этот центр дал мне очень много, на самом деле. С математикой у меня всегда были проблемы, и, ну, не то чтобы проблемы, просто в классе учителя никогда нет времени все объяснить, если ты что-то не понимаешь, тебе говорят, вот у тебя есть учебник, иди читай его, там все будет ясно. И, честно говоря, это сложно, это... Я считаю, что это неправильно. А здесь тебе все объяснят, все расскажут, там все помогут, тебе не будут кричать или говорить, что ты дебил, ничего не знаешь. Вздохнут и объяснят в 35-й раз, и это очень классно. Мы так сдружились здорово, и мы по очереди каждую субботу приносим вкусняшки и устраиваем чаепитие в перемену. Вот. А у меня преподает Ксения Владимировна. Вот. Она молодая, она интересная, веселая. Не знаю, мы с ней очень быстро нашли общий язык. Она всегда помогает. Там, мне, например, нужен был еще один внутренний экзамен, и мне нужен был такой специальный калькулятор. Она мне его принесла, отдала на бессрочное пользование. Тоже очень мило. Да, мне все здесь нравится. То есть нет чего-то такого, что мне прям так хотелось изменить. Вода есть, чай дают. Я пожелаю этому центру развиваться дальше. И не знаю, здесь классно. У меня уже спрашивали, я сюда привела свою подругу, вместе занимались. Да, я бы посоветовала этот центр.